Глава Коми объявил 2023 год годом молодежи в республике. Как рассказал Владимир Ойба, с таким предложением к нему обратились лидеры молодежных организаций региона после решения правительства о создании комитета по молодежной политике с 1 января 2023 года. Я всецело поддержал эту инициативу и считаю, что она абсолютно правильная. Молодежи надо уделять как можно больше внимания на государственном уровне, что мы и делаем и сегодня, и будем делать впредь. Ну и, конечно, поддерживать молодежь, нашу молодежь, во всех ее добрых и целеустремленных начинаниях. Более того, я убежден, что Республика Коми – это территория для молодых. И наша задача, задача власти, бизнеса, всего общества – обеспечить такие условия, чтобы наша молодежь оставалась в Республике Коми, чтобы ей было интересно, комфортно жить, развиваться в нашей республике. И чтобы действительно молодежь видела в жизни в республике свою перспективу. И думаю, что только так мы сможем улучшать целый блок социальных вопросов. Это и вопросы демографии, и развития экономики, и приумножения культурного наследия в том числе. Указ будет подписан в ближайшее время. Профильному зампреду правительства поручено подготовить необходимые нормативно-правовые акты, а правительству сформировать и утвердить план основных мероприятий года молодежи в республике.